Ежедневно выходя из дома на улицу или садясь в автомобиль, ты становишься участником дорожного движения, и от твоей внимательности, реакции и соблюдения правил дорожного движения зависит много, даже жизни людей. Но в каждом правиле есть исключение. Пешеход, переходя дорогу в неположенном месте, думает, что машина объедет или притормозит. И водитель думает, что пешеход отойдет или остановится, понадеявшись друг на друга и ничего не предпринимая, в итоге ДТП. И хорошо, если обойдется без травм, а если нет? И вот наглядный пример. 9 декабря 2013 года на 9-м километре автодороги обход села Покровска около 9 часов утра произошло ДТП. Водитель автомобиля МАЗ-54329, 24-летний Ренат Сабиров, допустил наезд на двигавшегося по правой стороне дороги в попутном направлении пешехода. 9 декабря на автодороге обход села Покровска на 9-м километре около 9 часов утра произошло дорожно-транспортное происшествие. Значит, в результате этого дорожно-транспортного происшествия погиб пешеход. Значит, причины и условия, сопутствующие данному дорожно-транспортному происшествию, будут выясняться. По предварительным данным, пешеход двигался по проезжей части в попутном направлении по движению с транспортом. Значит, водитель фуры не успел среагировать и совершил наезд на данного пешехода. Значит, виновность водителя будет установлена следствием. Добавим, что на вид мужчине 35-45 лет. Личность пока не установлена. В результате этого дорожно-транспортного происшествия пешеход от полученных травм скончался, пока его на скорой везли в Артемовскую ЦРБ. Но расследование уже ведется. Будем надеяться, что виновные будут наказаны. Если посмотреть на фотографии с места ДТП, где маркерами помечено расположение участников дорожного движения на дороге, невольно задаешься вопросом, почему пешеход шел почти на середине проезжей части, почему не свернул на обочину. На все эти вопросы ответит следствие. А вот как комментирует ДТП водитель машины МАЗ-24329. Ехал на автомобиле МАЗ по грузке с города Артемовского в город Реж в темное время суток 8:50. Совершил наезд на пешехода, который шел в попутном направлении по проезжей части. Было темно, машина обгоняла. Я ехал на ближнем свете фар, не увидел его, увидел поздно. Не смог от него отвернуть из-за того, что меня еще с левой стороны обгоняло транспортное средство, то есть помешало мне уйти от него. Еще раз обращаем ваше внимание на то, что ДТП произошло в темное время суток. Пешеход двигался без светоотражающих элементов в нарушении правил дорожного движения. Поэтому помните о безопасности движения, если нет тротуара, необходимо двигаться по левой стороне навстречу идущему транспорту. Также просим оказать содействие и помощь в опознании мужчины. Информацию можно сообщить в отделение полиции Артемовского городского округа.